Количество выпускников в Кивасусском регионе в этом году 707. В преддверии завершения учебного года в Большом зале Дворца культуры УНИР их собрал глава города Аян Бейсекин. Я убежден, что в нашем Кивасусском регионе учатся одни из самых лучших и сильных учеников нашей страны. Тому есть много ярких примеров, и очередные звездочки, которые появятся на небосклоне нашей страны, я убежден, что сидят в этом зале. Сегодня мы встретились для того, чтобы в свободном формате пообщаться, задавать вопросы интересующие касательно специализации, возможно, будущее, касательно смелых идей, которые вы хотели бы реализовать. В качестве примера для мотивации молодежи Аян Вахитович привел примеры достижений казахстанского боксера-профессионала Геннадия Головкина, молодежного чемпиона мира по боксу Санжара Ташкенбаева и знаменитого австралийского деятеля, мотивационного спикера Ника Вуйчича. В какой-то момент важно сделать правильные акценты для того, чтобы достичь успеха. Это будь то в работе, будь то в бизнесе, но наступит момент, он обязательно наступит, когда вам нужны будут просто теплые человеческие отношения. Это семья однозначно, это друзья. Также выпускникам был показан интересный мотивационный видеоролик. Далее в формате свободного микрофона молодые люди имели возможность задать градоначальнику свои вопросы. Я задал ему вопрос касательно политики молодежи в нашем городе, как она будет развиваться и так далее. И ответ Акима меня полностью удовлетворил. Я узнал о новых проектах, которые готовятся в нашем городе, и узнал о том, что мы, как молодежь, можем внести большой вклад в развитие этих проектов.